У України є далекобійні можливості, у України є далекобійні дрони свого власного виробництва, у нас тепер є довгий Нептун, і не один, і тепер у нас є Атакамс. І ми все це будемо використовувати. Зачем такой мир, в котором нет России? Чего мы боимся? Чем они и так у нас атакуют всем, что у них есть? Что еще из арсенала НАТО не носило удар по нашим городам? Нет, мы будем поставлять никогда. Вы что, как можно? У нас чувство вины. Ага, где чувство вины у них? В левом п***е. Ordnung über alle. Вначале мы поставляющим только... Санитарщин, наборщин и каскин, я, панцирь, я, маленький, маленький, киндерпанцирь, я, каскин. А теперь наши танки, Ахтунг, панцирь, да? Теперь Фауст, Шмаус, 4000 дронов, о которых предупреждал еще Александр Ильич Сосновский пару лет назад. Они на искусственном интеллекте будут бомбирден территорийн русичен. Терміново викликайте лікарів. Комусь давно вже пора у дурку. Але давайте про все по порядку. Хочеться, щоб ви побачили всю істерику росіян, якою вона була від самого початку. Пізно ввечері 17 листопада видання The New York Times ошелешило новиною, що президент США Джо Байден дозволив Україні вдарити ракетами «Атакамс» вглиб території РФ. За словами джерел видання, далекобійні ракети можна використовувати проти російських і північнокорейських військ лише у Курській області. Цей дозвіл начебто відповідь на відправку КНДРівських військових до РФ, а також застереження Пхеньяна від подальшої співпраці з Москвою. Але росіянцям навіть така умова не сподобалася. Когда я читаю, говорю, что вот Байден дает разрешение, но только по Курской области, вы сейчас на обоих сторонах с ума сошли? Это международная признанная территория Российской Федерации. Президент Соединенных Штатов они же как дает добро на ракеты, они хотят удар напугать... по международно признанной территории Российской Андрей Федерации. Николаевич, там же дальше разъяснения были какие-то. Они тоже, мне кажется, очень занятными. Они хотят напугать Северную Корею. Это опять-таки расчет на то, что мы чего-то сделаем. Ну что сегодня говорила та же Украина? Что говорила? А мы уже бьем, а вам слабо. То есть, по сути дела, извините меня, попытка показать, что Россию напугать, потому что вы не решите сделать следующий ход. Мы все время боимся применить силу, мы все время боимся идти первыми по линии эскалации. Договорились до того, что если на территории, что еще не доказано, Курской губернии, территория России, признанная даже этими ***ами, находятся корейские войска, то они там находятся, и это мешает украинским войскам вторгнуться на нашу территорию. Воевать с нами, поэтому по корейским войскам, которые там находятся, надо нанести удар. И это теперь нормально? Цілком нормально. Так само, як для Путіна нормально залучати ще одну країну у війну і використовувати не лише північнокорейські ракети проти українців, але й північнокорейських солдатів. Ми ж просимо лише ракети. Бо чому Росії можна бити чужою зброєю по Україні, а нам ні? Тим паче, ми захищаємося. На логіку спеціальної воєнної операції, от ці всі рішення ніяк не повлияють. От зовсім ніяк не повлияють. Об'ясняю, чому. Ми з вами в цій студії вже не один раз розсуждали о всяких от цих от видах вундервафе. І про Абрамси і леопарди, і про три сімерки і... Вот эти все их птуры там и прочее, прочее, прочее. Ну, якщо на СВО никак не повлияет, то чому у вас така істерика? Може, все тому, що ці ракети і справді потужні? Нагадати, як минулої осені США вперше відправили в Україну ракети «Атакамс» з мінімальною дальністю, і ними ми завдали потужного удару по аеродромах Бердянська та Луганська. А потім неодноразово був Крим. После этого, если у кого-то будет желание запустить ракету «Атакамс», «Скальп», «Шторм Шэдоу» и что-то еще, я не думаю. Но это, наверное, надо на сегодня сделать. С четким пониманием того, что от Америки, которая пытается нас тянуть в эскалацию, ничего, по сути, не останется. То есть Байдену будет нечего передавать Трампу? Не будет ни Байдена, ни Трампа. Я прекрасно знаю и американцев.
и мы, Америке наносится 95% тотальный ущерб. То есть, по сути, Америки не существует. Ну, це і синій в усіх сенсах. Птах Гурульов, як завжди, одразу заявив про своє бажання згоріти в ядерному попелі. Спікер Держдуми Володін недалеко від нього відійшов, але він почав погрожувати не США, а Україні. Якщо це пройде, то Росія вимушена буде відповісти. От щоб ні у кого не було сумнівів. Це буде іменно так. Як? Це питання до Міністерства оборони. Но ясно, что ответ будет. Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла. Да, російські пропагандисти вже не такі оптимісти, бо розуміють, що ніяких червоних та навіть бурих ліній у Кремля немає. Хіба що коричневі. Та й з тим зливний бачок Скабєєва повинна справитися. Це ж її робота. Долгие месяцы БПЛА украинские летали над нашей страной. Ну вот теперь Вашингтон за два месяца до сдачи власти Дональду Трампу принял это совершенно безумное решение. Бачу, сподобались росіянам новини про нові можливості для України. Але, як ви зрозуміли, коментуючи повідомлення The New York Times про отримання Києвом дозволу на удари ракетами-атаками з ПРФ, пропагандисти пообіцяли будь-яку відповідь. Але дехто з російських чорноротих почав заспокоювати своїх колег і закликати не довіряти інформації західних видань, бо це, мовляв, просто психологічна війна. Це психологічна війна. Психологічна війна. На самом деле ничего конкретного вообще нет. И вполне возможно, что ничего конкретного и не будет. Потому что сколько уже такого было, вспомните, и с F-16, как все волны, вот сейчас они появятся, там чуть ли не обрушится русская оборона, и что, и где, и нет, вообще нет. Это ничего. Я понимаю, но... Понимаете как? Уже их после нашего наступления на Харьков против Белгородской области атаков используются. Активнейшим образом, об этом Андрей Владимирович сказал, против Крыма используются. И что? Да, небо упало на землю. Всячески нас хотят спровоцировать на эмоциональную бездумную реакцию. Но у нас не блогеры, не активисты, которые ходят по ток-шоу, которым лишь бы вроде врезать вас. Ядерным оружием. Действительно. Вот. Понимаете как? Да. Достаточно трезвых мозгов и в администрации президента, и в военном руководстве. Поэтому на провокации вестись не будем, о ядерном оружии вообще говорить не будем. От тільки російський терорист Путін його не послухав і буквально вже наступного дня затвердив оновлену ядерну доктрину. Нічого нового, просто продовжує залякувати. Залишається сподіватися, що західні партнери не поведуться на це. Президент Путін – верховний головнокомандуючий нашої країни. Только что подписал указ об основах госполитики ядерного сдерживания. Если коротко, то использование западного ракетного оружия для ударов по территории России на стратегическую глубину означает прямое вмешательство НАТО в войну. И теперь у Москвы развязаны руки. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что российские военные внимательно следят за ситуацией после публикации в западных СМИ о том, что Вашингтон разрешил Киеву применять американские атакамс для ударов вглубь России. Использование ВСУ даже не ядерных западных ракет. Согласно положениям обновленной доктрины, и это важно, может повлечь ядерный ответ Москвы. Речь там идет в том числе и о том, что Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее и или Республики Беларусь, как государства-участника союзного государства, создающий критическую угрозу их суверенитету и или территориальной целостности. Да, об этом говорит. Агрессия против Российской Федерации со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение. Мы прекрасно понимаем, в какой момент стало известно о том, что у России новая ядерная доктрина. Стало известно сразу после сообщения о разрешении Вашингтона, разрешение для самого себя бить вглубь нашей страны. Наша песня «Гарна й нова», починаймо ее снова.
Можливо, Путін і справді має спокусу використати зараз ядерку. Але ж яким божевільним треба бути, щоб наважитися на цей крок? Хоча пропагандист Соловйов вже давно закликає Бункерного показати справжнього звіра. Ніхто не вірить нашим шевеленням бровями. Є верховний головнокомандуючий, який чітко і ясно сформулював. Ми це будемо розглядати як пряме участь стран НАТО. Все. Дальше все гражданские должны тихонечко перестать, просто перестать, кроме тех, кто уполномочен, как вчера. Сильнейшее заявление Вячеслава Викторовича Володина, нет вопросов. Но гражданские, и дальше военные должны четко и ясно предложить, что и как делать. При этом не на уровне разговоров, не надо никаких разговоров. Генерал Гурульов отлично сказал, что надо сделать. П'яний Гурульов в ефірі у Соловйова сказав, що треба превентивний удар, але не по Україні, не по Сполучених Штатах, а взагалі по Британії. Є окремі цілі, по яким можна нанести що? Демонстративні, предупреждаючі удари, про які ми в цій студії з вами язи зламали говорити. Перший кандидат отримати ядерну дубину по куполу – Великобританія. Конечно. І я вас більше, ніж уверен і уверяю, що обратки не буде. Тому що той арсенал, який знаходиться в Росії, він 100% стримує що Байдена, що Трампа від применення ядерного оружия в досині Росії. От чому ви так впевнені, що ніякої відповіді не буде? Ядерні держави, такі як США, Британія і Франція, будуть мовчки сидіти? Ось, до речі, гість ефіру Соловйова прямо говорить, що у ядерній війні взагалі ніхто не переможе. Через це його ледь не вигнали зі студії. Единственный ответ на любые возможные действия по отношению к нам – это ядерное оружие. Но это не победа. Это китайская ничья. Это сбросить все фигуры на пол. У них военно-технический потенциал выше, чем у нас. Мы можем сейчас взять и отменить доллары в всем мире. Это не отменит удар по нашим ядерным объектам. Никакими асимметричными методами прямой наглый удар в морду ты не можешь противостоять. Ну, есть вещи, которые, к сожалению... Вот ситуация, когда другой нет. Если они чувствуют, что ты не отвечаешь силой, они считают, что они могут продолжать тебя давить. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что нам надо не допустить колоссальных бедствий на нашей территории. Ну не можете вы его не допустить. Конечно, ну, извините, можем. Не можете. Конечно, можем. Если вы сегодня начнете ядерную войну, да, как бы, то, наверное, удара первого по нашим ядерным объектам не будет. В противном случае вы не можете исключать у нас этого. Сейчас...